Уважаемые зрители, сегодня снова к нам продолжают поступать трагические новости из жизни звезд отечественного кинематографа. Мы с большой тревогой следим за событиями, которые происходят в кулуарах российского шоу-бизнеса, и хотим заметить, что ситуация, мягко говоря, не обнадеживает. За последнюю неделю от нас ушло много советских и российских актеров и артистов. Среди них есть люди в преклонном возрасте, а есть еще молодые в самом расцвете сил, у кого еще было много творческих планов, но, к сожалению, никто не знает, сколько ему отведено прожить на этой земле. Можно сказать, что по сравнению с предыдущими месяцами этого года, месяц август уже практически бьет все рекорды. Сегодняшний день, к сожалению, для нас всех не стал исключением. Только что к нам в редакцию поступила до боли печальная весть. С прискорбием вам сообщаем, что российский режиссер Александр Аравин скончался на 64-м году жизни. Об этом в среду, 4 августа, сообщил Союз кинематографистов России. В качестве сценариста и режиссера Аравин создал около 30 работ в кино. Он является режиссером таких телесериалов, как «Каменное сердце», «Мачеха», «Каменская 4», «Пираньи» и другие.